ходить на ногах уже не модно. Сегодня будем учиться шагать руками, а заодно прокачаем мышцы всего тела. Готов? Тогда вставай с дивана. Что, не так надо было? Поставь ноги на ширину плеч. Плавно наклонись вперед. Слегка согни колени и опусти ладони на пол рядом со ступнями. Перенеси вес тела на ладони и начни как бы шагать руками. При этом ноги остаются на месте. Старайся держать спину ровно. Когда ладони окажутся под твоими плечами, задержись в этом положении на несколько секунд. Твое тело должно представлять собой прямую линию от головы до ног. Затем начни шагать руками в обратном направлении и вернись в исходное положение. Чтобы усложнить себе задачу, в конце можно добавить небольшой прыжок на месте с хлопком руками над головой. Это упражнение тренирует практически все мышцы тела. Работают руки, пресс, спина, мышцы груди и ног. За 10 минут такой тренировки можно потратить до 100 килокалорий. Столько содержится, например, в стакане сладкого вишневого сока. Левый, левый. Раз, два, три.